Опа! А вот будут там жить, не будут. Я видел. Да. Военной техники. Добавлю, что свои воинские подразделения на парад в Москву отправят более 10 человек. Словно ты что ли? Вот так вот, прямо у нас на глазах. Что? Мамочка! Сдебил, сука. С кем он? С автобусом, вон там. Да с хуя нас с машины. Совсем это не интересно. Да. Более того, они понимают степень рисков и опасности. Да. Потому что да, безусловно, не застрахован и на треке. Но в 95 случаях из 100, если ты упал на треке. Они могут нахуй. Вот твою мать, ни хера себе, блядь.
И я тебе перезвоню. Ух ты! Когда это было? Сиди в машине. Ёб твою мать! Да, Владимир, но еще к другим новостям с Украины сегодня Петр Порошенко. Твою мать. По-моему, в том году, если не ошибаюсь, была такая передача вот на эту тему. И... Эх, ебать вам! Заснял.
Нифига, он на красный. Опа! Ебануться! Ебануться! Смотри, смотри.